Соединение идет точно на головку фантома, если смотреть на рентген. Вот. А наводится камень в двух проекциях. В нулевом градусе, то есть как сейчас, и смещение дуги под 30 градусов. Найти и уничтожить врач с помощью рентгена обнаруживает камень и словно снайпер наводит прицел. Все остальное сделает аппарат. Это литотриптер – оборудование для дистанционного ударно-волнового дробления камней. В отделении урологии 4-й больницы он начал работу 2 дня назад. Сергей Емелин по профессии сервисный инженер. Сегодня учит сочинских врачей работать на новом швейцарском оборудовании. Обслуживанием таких аппаратов занимается 30 лет. За это время вопросы урологии уже изучил не хуже медиков. Его преимущество неинвазивности, то есть нет необходимости делать какие-то разрезы, какие-то длительные кровавые, скажем так, процедуры. Здесь все лечение идет полуамбулаторно. То есть человек пришел, ему сделали эту процедуру, камень раздробился, ушел. Секрет такого чудо-аппарата в ударно-волновом импульсе, который и разрушает камень без оперативного вмешательства. Пациент размещается на данный аппарат поясницей в лежачем положении. Головка дробления, которая заводится под пациента, обладает электромагнитной катушкой, через которую посылаются волны на камень. Распадается на мелкие частицы, которые в дальнейшем после консервативной терапии выводятся с мочой. Врачу только остается задать аппарату необходимую программу воздействия в зависимости от размера камня. Процедура длится менее часа, причем до 80% пациентов не испытывают никаких болезненных ощущений, только слышат характерные щелчки. Михаил Белоу стал одним из 5 первых счастливчиков, который на себе испытал действие нового аппарата. Справиться с недугом ему удалось всего за 2 процедуры. 2 сеанса я прошел. Все великолепно. Врачи замечательные, больница изумительная. Ну, я думаю, последний день я сегодня продробил и уже здоров. Сегодня последний день обучения врачей 4-й городской больницы, а зам работы на новом оборудовании. Теперь бесплатная процедура станет доступна всем сочинцам. К слову, раньше для того, чтобы поправить здоровье с помощью такого чудо-техники, пациентам приходилось ехать в Краснодарскую краевую больницу. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.